Молодежь, выборы, власть. В Калмыкии начал работу форум молодых избирателей, посвященный 30-летию избирательной системы России. Форум нацелен на повышение правовой культуры, формирование гражданской ответственности молодежи и создание условий для осознанного участия в избирательном процессе. Форум именно для молодых, для студентов. Тут вот у нас в основном студенты юридических специальностей. Чем это для них хорошо? Тем, что сам процесс выборов, он притягивает к себе внимание именно юристов, юридических специальностей. Изучить это на практике. То есть одно дело, когда им лекции читают, а другое дело, когда они вот могут прямо вот непосредственно вживую использовать и применять на практике свои знания, свои навыки.